Праздник «Золотая осень» крестьяне по традиции отмечают после сбора последнего урожая, подводя итоги года. А год выдался обильным. Так, зерновых в этом году дихкане собрали 676 тысяч тонн, на 95 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Этот год для нашей области выдался очень богатым. Площадь сельскохозяйственных культур выросла на 13 тысяч гектаров. Поэтому мы собрали большой урожай бахчевых, картофеля, хлопка и других культур. Это стало также возможным благодаря широкому применению современных технологий, капельному орошению, новым методам обработки земли и другим новшествам. Южный Казахстан в этой области сегодня один из первых в республике. В битве за урожай отличились почти все районы. В знак признания заслуг дихкана акимам районов были вручены грамоты и ценные призы. Отрарский район стал номинантом премии за лучший урожай кукурузы. И здесь также большую роль сыграли новые технологии земледелия. Причиной успеха, я считаю, в первую очередь, что наши крестьянское хозяйство очень тесно работает с наукой на сегодняшний день. Это что значит? Диагностика земли, потом какие нужно использовать минеральные удобрения, чтобы повысить производительность труда. С начала года были проведены два научно-практических таких семинара по району. На примере я могу сказать, агрогрупп «Азия» в результате использования новейших технологий, использования минералов, они достигли урожайность 127 гектара. В этом году на 90 гектаров увеличилась площадь теплиц, достигнув 1116 гектаров. На сегодня они дали 140 тысяч тонн овощей. Численность крупного рогатого скота также увеличилась и достигает почти 900 тысяч голов. До 4 200 тысяч увеличилась численность овец и коз. Все эти достижения стали возможными благодаря работе мелких и крупных крестьянских хозяйств, таких как ТО «Амангельды». Наше товарищество с каждым годом становится крепче. В этом году мы построили откормплощадку на 3000 голов. До 500 гектаров у нас увеличилась площадь яблонь и винограда. Наши успехи во многом обязаны государству, которое нас поддерживает программами, такими как Сыбага, Алтынасык и другими. Отметили руководители сельского хозяйства, также республиканских и областных журналистов, которые освещали эту отрасль на протяжении года. Среди награжденных и наша коллега, корреспондент телекомпании «Атрар» Макпал Рызбаева. Данияр Худайбергенов, Галымжан Ерназаров, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Атрар».